Так, всем здрасте, доброго дня. Новость у меня хорошая. Сегодня пришла, а у меня уточки загуляли. Вот, смотрите, какой лед толстый. Вот, сейчас надо будет почистить тазик. Я им вон ведёшки, значит, налила. Так, пока вам хватит. Так, сейчас пойду. И это. Извиняюсь. Сейчас пойду вам водички принесу. Короче говоря, вон, видите, мой дракон? Вот. Ему в этом году будет год. Вот эти у меня молодые совсем. На них у меня надежды не было. И вот вон этот селезень. Все девчонки его очень любят. И вот сегодня, я думаю, будет, значит, скоро яйцо. И папашкой будет он. Будущих утят, если даст Всевышний. Очень холодно. Я не знаю, как люди живут в Сибири. Минус 6 – это для меня ужасный мороз. Я не знаю, как вот там в Сибири. Но для меня страшно. Так, что, сено не купила. Вот, подложила им поддон. Спят они на нем. Сколько мы не ездили. Блин, пакетик с дустом слетел. Кошмар. Кошмар. Как это? Он слетел, надо забрать. Срочно забрать. Одним словом, вот тут они у меня спят. Вот на этом поддоне. Бойкие сегодня вышли. Вроде бы нормальные. Так, солнышко греет еле-еле. Чуть-чуть греет солнышко. Вот. Но новость хорошая. Уточки загуляли. Это очень хорошая новость для меня. Так, нашла баночку. Вот такую баночку я запихаю. Вот так вот. Пакетик с дустом. Теперь буду искать проволоку, чтобы привязать, подвесить за эту проволочку. Ой, ты мужик, красавчик мой. Ты молодец. Так, вот проволока. Так, сейчас я вам покажу, как я буду подвязывать. Так, на минуточку положу я телефон. Так вот, банка сухая, мыть я ее сейчас не буду. У нас сегодня пятый день, как отключили воду. Я не нарадуюсь, что у меня колодец. Спасибо огромное мужу за него. Прям не нарадуюсь. Водичка у меня и в доме, и на улице. Она есть везде. Так, где-то у меня тут был гвоздик прибитый, смотрите. Вон гвоздик. И вот так вот. Вот так вот. Подвесила банку. И все хорошо. Все. Так. Уточки у меня спят. И в этом ящике.
Так, и на поддоне, и вон на этом. У меня уточка и девочка, я видела вчера, укладывалась спать. Ну и все. Так, и все. Зимой они бывают какие-то невеселые. Птица бывает какая-то невеселая зимой. Красавцы мои. Так. Так, сейчас я их угощу. Вот моим не холодно, выскочили. Выскочили. Вот таких вот. Тут два ведра. Вот в одном у меня тут зерно пшеница. А тут, блин, зерно пшеницы с кукурузой в этом пакете. А в этом кукуруза, мол, ну, не знаю, она такая мелкая. Как они ее измельчают, не знаю. Вот так вот. Сейчас пойду угощать. Вы не голодные. Вы не голодные. Смотрите, что вчера я делала. Вот с этими утками. Вырвала все их маховые, перо маховое. Все. Потому что они молодые, осенние. Что-то им вздумалось полетать по двору, а я знаю, что если по двору, то они и вылетят быстро и за пределы двора. Поэтому полностью все маховое перо я вырвала. Вот. Вот они кушают, они не голодные. Я им цельную пшеницу с кукурузой давала. А сейчас пусть так. Быстро надо сейчас за водичкой сходить. Все бьются, все дерутся. Главное, будьте здоровы. Это самое главное. Смотрите. Вот его девочка белая. Вот он будет сейчас... Ну вот, опрокинул все. Сейчас он будет вот эту девочку свою угощать. Ой. Любит он одним словом их всех уже. Все. Всех признал. Всех любит. Ну все, кушайте. Так, мы купили несколько тонн кукурузы. Вот. Поэтому в одном халате вышло. Вот, поэтому... Мне нужно купить сейчас, попросить, чтобы выбрал мне муж вот эту вот дробилку. И я уже буду сама. Одно ведерко маленькое, ненаполненное, стоит 120 рублей. Одним словом, тут 250 рублей. Вот. Хватит мне на пару дней. С учетом того, что я и целую даю. Вот так вот работаем. На обед поставила уточку. Буду делать галушки. Поэтому спокойно я сейчас. Все вроде бы успеваю. Все хорошо. Петушок мой приходит в себя. Пришел уже в себя. Вчера сюда зашла курочка, так он за ней бегал. Значит, он уже все. Вырос парень. Так. У них там стоит... Это не бьются. У них там стоит гранулированный корм, которые они не доели. И вот сегодня прикупила я им, и вот они вот прям увидели пакетики и полезли.
кушайте. Мне без разницы, где вы будете и что вы будете. Главное, чтобы вы сытые были. Так, сейчас нужен этот пирог. Я его собрала в ведре, но ведро опрокинули. И забыла я поднять наверх. Они опрокинули это ведро. И пирог, конечно же, везде-везде валяется. Так. Ну что, выросли мои утята? Хорошенькие, да? Мне нравятся они. Так, ну что, водичка у вас там внутри. Давайте. Что, кушать будете тут, а водичку пить там? В этом году замучили воробьи. Вот это вообще что-то. От них никуда. Везде. Как тут тучи воробьев. Что вам надо? Водичка вон внутри. Идите. Пейте. Вот у них водичка стоит. И тут так хорошо. Тепло им. Давайте, детки, давайте. Сюда принести вам. Оставила дверь открытой. Вот подъели это воробьи. Вот такая хорошая сетка у меня тут есть. Нужно ее сейчас собрать и картошку всю высыпать сюда. Картошку, лук. Так, ну все, ребят, я пошла отсюда. Всем пока.